Вот она идет. Модель. Как ты могла потерять мой двор, скажи? Я не знала, что так можно было. Я в уход пошла. Шариза, будем тебя сегодня снимать как модель. Иди. Не надо. Не надо. Будем сегодня жопу твою снимать, делать контент. Не надо. Я иду как додик, у меня здесь диктофон, звук пишется, а здесь видос. Реально снимаешь? Ну а шо? Ну зачем? Ну потом маме покажешь, с кем ты гуляешь, чтобы она тебя точно не отпускала. Не надо. Чего не надо? Не надо. Ты что? Чего ты так опаздываешь? Чего я опаздываю? А что мне Ладик вообще написал, что он в 3 часа будет? Я думал, он к часу где-то. Написал час, типа, тире, там, что-то два. Написал 2-3 часа. Хера себе. Саня вообще после 5 будет. Капец. А этот, Никита? Никита везде побрит, а я ему трусы взял. Никита уже там. Да. Я их даже постирал, прикинь. Короче, Никита теперь торчит. Стирку моих трусов. Что ты скажешь? Что? Ну скажи, какого хера ты опоздала? Нам теперь вдвоем идти, все. Нас уже никто не проведет. Мы что, сами не дойдем? Ну, я там ни разу не был. Типа, если ты там была, будешь меня везти. Пьяного я сейчас пиво по пути выпью, будешь меня тащить на себе. Пойдем тогда в АТП? Наверное, пойдем. Да. Блядь, ничего не сниму. Короче, давай, показывай себя. Ты же модель. Покажи себя. Да. Говори громче. Да, да. Что дать? Повернись в жопы. Я ей дал камеру. Да, да. Я одной рукой не покажу. Не надо. Не трогай. Ладно, ничего. Ладно. Смотри. Я хуёво снял это всё. Мне показалось, что ты в песок головой встрял вот так вот. Так надо было группироваться. Я немножко чихнулся песка. Я тоже. Нормально. Крылья подрезали. А мне сейчас брови почти. Брови почти? Куда? В трусы стекут? Да. Давай, ты ж модель, покажи себя. Смотри, какое окружение. Я не в этом. Не в этом? Не в этом. Да-да-да. Не доверяешь? О, давай. Давай-давай, Шека. Давай подальше. Этот... Хорош. Вот это бой. Еба. Вот это песня. Блядь, что оно такое мокрое? Блядь. Что, Никитас, будете мне бухать? Я вообще не пью, как бы. Я, ну, типа, я веду трезвый образ жизни. Кстати, на работу нужно сейчас, блядь, устроиться. Может быть, мы сюда пошли. Конечно, нажрёмся, ебать, я под феном. Ты какой-то негодник. Ну, блядь, ну... А под феном же не бухаешь, да? Ты не пенеешь. Ну все, значит, сегодня он трезвый. А ты спрашивал, почему он трезвый? Блин, я сосок. Сосок? Делал. Сосок? Это... Волшебная палочка. А? Я сюда пока добрался, я надо, проклинал этот карьер просто всеми нахуй. Да, мы по болоту типа. Да охуенный карьер, ну да, идти пиздато. Конечно. Ну, ты можешь вызвать такси порезал. Обратно, да, тут, да, сюда приезжает такси. Можем кинуться. С обрыва, блядь. С обрыва, ты можешь... Я обратно туда не пойду. Блин, а мне шок. Шок. Ничего не будет видно, кстати. Наверное. Мы с сексом трахаем. Сексом? Я сегодня в роли Кости. Где ты поцарапал? Тут же поцарапал.
Я вот, блядь, спину подставил. Я прыгнул на рыбку отсюда. А ты ну, мелко, да. Тут надо взять лопату и отрести немножко, да, пескачу. Главное, сейчас сделаем, все, больше базара нет. Так давай, блядь, ковш нахуй. Я не хочу, я хочу пиво. Что там мягко? Пиво? Да, я знаю. Никитос, так возьми мое желтое и возьми себя бухлахну сюда. Почилим, почилим. Да-да-да. Вот, принеси нам этот, что вы там брали? Пиво. Не пиво. Он только мне приносит, а мой мальчик, не трогай. Иди сюда, поснимаю тебя. Почему? Моя боевая травма. Алена, что ты принес? Это не то. Спасибо. А ты что, не будешь со мной ездить? Так я вот. Так что запрыгай. Это не то. Ну что, мне сюда... Не видно. Не видно? Собственно, я вот тут так сажусь. На камере ничего не отображается. Лиза, иди сюда, передай привет Косте. Да, да, Костя, здорово. Костя, здорово. Нормально общаемся, да. Это мой лучший друг, кстати, Костя, да. А ты еще Костю не видел, да? Да, там не знаю, двухметровый чел такой, типа. Вообще похуй. Я сниму под первого лица. Короче, Лиза хуёвый оператор, поэтому я буду снимать. Я хороший оператор. Здесь хотя бы поменьше расстояние, я уже... Сейчас минус спина, блядь. Давай, я тебе не беру. Хоть не, на, не жопой на кобле сел, и то хорошо. Нормально. Ну, конечно, удар был сильнее, чем я думал. Если повыше, то, наверное, будет уже неприятно. Сейчас пойдем смотреть, что там. Вообще, дети, не повторяйте это дома. Если набухались, идите дома и не прыгайте с карьеры. Что скажешь? Я хотела выйти. Заходи. А я не буду давать. Выпивки дело, тут разгона мало. А, вот именно, ты посмотри на эту хуйню. Хочу прыгнуть, не знаю, блядь, мне вот прям чешется, пиздец. Может, я разъебусь, думаю. Хочется, хочется. Я потом буду, блядь, жалеть, что не прыгну. Зато если я это сделаю, то я сегодня буду чисто победитель по жизни. Нагнетайте тут. Меня, блядь, заснимали, я теперь, блядь, думаю, что я не успею сделать второй шаг.